Здрасте. Здрасте, ребят. Привет. Привет. Да у нас вот так у вас. Спасибо большое, тебе тоже. Удачи. А вам. Общество «Динамо». Отлично. Вот так идем. Ну, на самом деле, очень приятно, вообще, честно, неожиданно. Мне вчера, как сказали, я так чуть-чуть аж начал нервничать. Ну, на самом деле, очень приятно, знаете, спасибо, что откликнули все-таки общество «Динамо». Я надеюсь, это будем делать почаще. Один город, одна команда. 31-го готовы? Конечно. Все, видите, на поле. Хорошо, ну, мой брат давно уже болеет за Минское «Динамо». Уже. Я даже не скажу, скольки, я поначалу просто смотрел, как он ходит на игры, там выходит, все рассказывает, общается. Ну, мне тоже стало интересно. В итоге я пошел на стадион вместе с ним. Посмотрел, ну и стал ходить. Ну, интересно, тем более, свежий воздух, по крайней мере, чем дома сидеть, лучше посмотреть. Ну, пока не было семьи, детей, ходил почаще, конечно, сейчас уже при первой возможности. Но в основном-то лето, когда нету тренировок и большие паузы, можно походить на футбол. Но так при первой возможности стараюсь пойти на стадион. Вот собираешься прийти. Да, конечно, пойду. Почему нет? Будет время, выходной день будет на следующий день, поэтому после тяжелой рабочей недели сборной надо отвлечься, как-то приду, посмотрю, поддержу команду. Только начало чемпионата, я надеюсь, что 2-0 наши выиграют.